Так, всем привет, дорогие друзья, и к нам, да, нам на канал поступил очередной аппаратик из ретросферы. Ну, то есть, я имею в виду, старенький аппарат. Вот. Поступил к нам Nokia 86200 Luna. Вот такой вот у нас телефончик. Пленочки я снял, чтобы лучше было видно его. Ну, и, конечно, чуть-чуть протереть надо, а то я уже чуть-чуть подлапал его здесь. Собственно, так, еще чуть-чуть потрем, отдохнуть, а то как-то, вот, ну почти, так, вот такой вот у нас телефон, есть, конечно, камеру видно вообще, да, хороший такой, хороший аппаратик, мне очень-очень нравится, просто чудесно, вот так вот у нас выглядит. У нас тут все у нас тут замечательно открывается, все без пленочка, кстати говоря. Ай, бумажечка телепается. Так, вот такой вот у нас телефончик, очень хороший аппарат, солидненький такой, мне очень нравится. Можно даже еще ближе. Вот такой вот телефончик. Собственно, что сказать по этому телефону. Вот. Те, кто этот телефон уже приобретал когда-то, то есть в курсе дела, знакомы, что это такое. Ну, вот поэтому, думаю, объяснять много не стоит. Мне самое главное показать внешний вид, что, в принципе, он в отличных кондициях, все отлично. Вот новенький телефончик. У нас здесь все замечательно. Здесь у нас даже крышечка так поднимается, все. Батареечка там, конечно, стандартная. BP5M у нас стоит. Вот такой вот у нас, собственно, аппаратик. Там у нас этот самый стоит. Как ее там? То ли заглушечка, то ли что там. Короче, этот самый. Как же, я уже забыл, как называется. В общем, на болтике стоит фиговина, чтобы если вскроют, допустим, да, там можно было видеть, скрывали или нет. Вот, собственно, разъемчик под USB у нас здесь. Здесь отверстие под ремешок. Вот оно. Так, тут у нас динамик. Здесь динамик тоже. Два динамика получается. Этот разъем у нас под сим-карту. Болтики, шмолтики. Так, ну, собственно, сам механизм работает нормально. Ничего не люфтит, не скрипит. Звук. Классный звук такой, щелкающий. Вот, это вам не какое-то там программное MP3. Клац-клац-клац, как на айфонах. А реальная железяка стучит. Вот, телефон довольно увесистый такой, я не знаю, граммов 200, наверное. Это без крышки. С крышкой, наверное, еще тяжелее. Сейчас мы крышечку назад оденем. Так, а, открыть сперва надо, тю, елки-палки. Так, крышечку одели. Ну да, с крышечкой так потяжелее немножко. Собственно, вот так вот он у нас выглядит. Вот такой вот у нас аппаратик. Еще раз поближе покажу, чтобы вы видели, с кем мы имеем дело. Вот. Так, думаю, хорошо. Вот такой вот у нас телефончик. Все, собственно, замечательно. Мне нравится. Единственное, что пришлось, конечно, заряжать, так как он пришел немножко разряжен. Вот. Ну, это все-таки так себе. В пути это нормально. А, здесь у нас регулировка громкости еще есть, вот, кнопочки сбоку, вот такие вот. Так что, ну, собственно, что говорить. Связь, кстати, я проверял заранее, перед тем, как снимать видео, так что, в принципе, работает нормально. Вот, все замечательно, камера тоже работает. Сейчас даже включу, продемонстрирую. Так, русский язык стоит, в общем, все... Все пучком. Так, камера, как видите, работает. Даже снимок можно сделать.
Так, вот снимочек у нас. Я камеру сфотографировал свою. В принципе, у нас все работает. Вот. По меню здесь все отлично. Прошивка нормальная, никаких проблем, в принципе, не вижу. Кнопки все рабочие. Это я все проверял. Все работает, клацается, все нормально. Никаких проблем нету. Джойстик рабочий. Все клацается, все запускается. Все отлично, все работает. Динамики тоже работают, кстати. Звук из разговорных динамиков, как всегда, на высоте. Все отлично. Собственно, телефоном можно пользоваться. Вот такой вот у нас небольшой обзорчик на старенький телефончик Nokia 8620 Luna. Так что рекомендую к покупке. Ссылочка на него, кстати, будет в описании к видео. Так что переходите, смотрите, покупайте. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и обязательно комментируем видео. Так что всем спасибо, пока!